Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского Периода. Так, давай-ка посмотрим, наш тираннозавр готов? Нет, не готов. Пока эволюция не завершена, поэтому дальше продолжаем прокачивать его. Так, олень северный, да? Насколько я помню. А, нет, гигантский. Это у нас гигантский олень. Кстати, у нас, по-моему, он не один. Он у нас не один, поэтому их там трое у нас. Мы можем его прокачать до 20 уровня, а сейчас пока покормим вот этого. Потому что 100% у нас задание есть для того, чтобы сделать ежедневку, нужно 25 тысяч еды отдать. Так, поместили. Это у нас бакулит, а бакулитов у нас тоже двое. То есть до 20 уровня можно будет смело их прокачивать. Пирораптор, да? Насколько я помню. Пирораптор. У нас его еще и нету. Так, значок собран. Пирораптора у меня не было. Так, отправим Оуэна. Я смотрю, там психует чувачок. Ну, давай тогда и второго пирораптора уже поставим. В конце концов, пускай он там стоит. Все. Значит так, давай посмотрим по ежедневкам, что у нас вообще на событиях сегодня творится. Эволюционная борьба. Через 52 минуты закончится. Так, защита территории, возвращение на остров. Это что такое? Оу. Так, а тут шанс. Либо ДНК, либо деньги. Без ограничений. Это что за такие битвы? Ну-ка посмотрим. Мегалодон, бакулит и протостега. И дрожь земли у нас еще. А это закончится через один день. Слушай, я думаю, что начнем, наверное, мы с того, что закончится через 50 минут. Ух ты. Блин, ну понятно, тут как всегда. Без ограничений, давайте посмотрим. Орнитохейрус, Глиттернакс и Дарвинориптер. Три поединка здесь, да, будет, я так понимаю. На защите территории три поединка, блин. Ну давай, я, конечно, рискну. Я попробую сейчас справиться здесь. Если я возьму, например, Анкилодока против Глиттернакса, надо будет... Это специально, да? Если я возьму амфибию, у них тут... Угу. Ну давай, возьмем так. И вот против Дарвинориптера кого тут взять-то лучше? Наверное, если я возьму Апатозавра... Я тогда возьму, знаешь что? Эдиоморфодона. Вот так вот попробуем. Три поединка нам нужно отстоять. Ну что, наверное, сколько у него к атаке? Блин, он, наверное, будет жестко бомбить. Он, наверное, будет жестко бомбить. А давай возьму дополнительные очки. Он все равно будет меняться. Вот 100% тебе говорю, он будет меняться на твою налево Глиттернакс. Посмотри, сколько имеет к атаке. Бомбить смысла нету. Если я вот так, например, переключусь. Если я вот так переключусь и вот так сделаю. Вот это плохо. Раз-два, раз-два. Четыре очка действия. Неужели все-таки рискнет меня бомбануть? Так. Ну что, ребята, прописываем тогда ему по полной программе, получается. Раз, два, три, четыре, пять. Я думаю, этого будет достаточно. И сделаем вот так вот. Здесь мы уничтожили этого Глиттернакса. Орнитохейрус появился.
6 очков действия. Ну, естественно, ему надо будет. Раз, два, три, четыре. Четыре сливает. Два у него остается, да, получается? Два очка действия. Ну, тут ни для кого не секрет, что делать только так придется. Нам не пробить Орнитохейруса. Нам нужно будет брать именно. До свидания, Нондагозавр. Ну что, Орнитохейрус? Раз, два, три, четыре. Раз, два. Раз, два. Проверим, хватит мне этого. Да, это вам не за глаза. И теперь выходит Дарвиноптер. Ну вот и все. Победа здесь за нами, ребят. 6 очков действий. Естественно, я сейчас все перевожу в атаку. И ему крышка. Но это был только первый поединок. Еще два впереди. Я еще не знаю, какие там будут у нас динозавры принимать участие. Ну, поверь мне, не слабее, чем сейчас были. Не слабее. Так, покажите мне, пожалуйста, кто у вас там сейчас. Игуанодон, Приатродон и Остеопозавр. Ну, здесь, не знаю, ребят, вот здесь вот можно попробовать отыграть диплозухом. Против Игуанодона. Наверное, это Николагрюс даже бы зашел, очень даже неплохо. А вот против Остеопозавра возьму, наверное, Птеранодона. Давай посмотрим, что у нас получится. Можно сразу атаку, кстати, сделать. Давай-ка я попробую, я рискну. У него сейчас 2 очка действия. Слушай, он меня сейчас бомбанет. Наверное. Меняет? Ух. Я не думал, что он так сделает. Я не думал. Он будет брать Игуанодона. Вот наверняка будет брать Игуанодона. Сейчас проверим. 1130 к атаке. Решил все-таки еще и ударить. Да, Николагрюс, выходи. Да, сливать придется все. Но этот хмырь нас забомбит. 2 очка действия он будет сливать. 100%. Одно остается у него, да? Для того, чтобы нам подбить его, нам хватает. Да? Раз, два, три. Одну очку действия, не забывай, что он оставил. Проверим. Правильно я сделал. Думал, может быть, сэкономить, но нет. Надо было его атаковать. И вот он. Приатродон. Так, сколько у нас будет по атаке? Мы, в принципе, должны его тут раскурочить, ребят. Да ладно! Твою дивизию, блин, ребята. Все, мы проиграли здесь. Прикинь, всего лишь одна защита в его пользу переменила тут итог нашей битвы. Да, вот такие вот бывают заморочки. Ладно, давай попробуем переиграть немножко по-другому. Немножечко придется переиграть по-другому. Так, возьму. Индоминуса, наверное, так. Или как тут лучше, блин, сделать-то? Мне нужен здесь чувачок, который будет грушей для битья, скажем так. И кого мне выпустить грушей? Раджастегу? Нет, Спинораптор, наверное. Спинораптор, Раджастега.
Птеродактиль. Ну, птеродактиль-то, конечно, ребят, здесь забомбит 100%, но... Сейчас посмотрим. Вольнет, мне кажется, он. Что-то он юлит здесь. Что-то он юлит. Так, решил все-таки на пробу, да? Щелкнуть. Раз, два. Проверим. Отлетел чувачок. Так, игуанодон вышел. Ему придется потратить в любом случае 2 очка действия. 3 оставит, пускай. А он 4. Фу. Ну что тут? Раз, два, три. Вот так вот сделаем. Астапозавр тоже здесь ничего не сделает, потому что у нас птеродактиль. Если мы сейчас, конечно, не лопухнем. Ну-ка посмотрим. Все. Он бомбит, конечно, у меня Раджастегу. Ну а дальше-то мы в труху его просто перетираем. Просто перетираем его в труху. Птеродактиль как сумасшедший. Своими лапками мелкими нащелкал ему, как говорится, по физиономии. Хорошо, второй поединок у нас тоже, как говорится, пройден. Но третий еще впереди. Динозавров у меня нету, а третий бой есть. Кто? Бегиозавр? Это что такое? В первый раз такое вижу, ребят. И посмотри, кого они против меня выставляют. Ё-моё. Ладно, я возьму апатозавра. Можно? Нельзя. Понял, нельзя. Индоминуса. И возьмем топиелозавра, наверное, еще. Ну, хотя... Блин, ну 38 уровень. Ну куда это? Ну куда это годится? Ребят, куда вот это вот, куда годится? Никуда, конечно, годится это. Тут фейлом пахнет 100%, причем, блин. Давай попробуем так сделать. Бегиозавр, я впервые такого вижу, если честно, за всю игру, что вот играю, впервые вижу такого. Еще и атакует. С этим парнем нужно завязывать. Ну, что я тебе могу сказать. Раз, два. До свидания, тетя Мотя. Так, опять этот бегизиозавр. Сейчас нащелкает. Не должно хватить-то, по идее, да, чтобы этого шваркнуть. Но я все солью. Так, и вот этот вот Эриопс. У него, конечно, дофигища здоровья, но атака не такая сильная. Но это по отношению к топиелозавру. А что будет с апатозавром? Слушай-ка. Ну-ка проверим. 5. Неужели ему хватит? Нет, все, ребята, ему фейл. Давай, родной мой апатозаврик, врежь ему. Да не поможет тебе эта защита твоя, что там влепил себе. Все, перемололи мы это событие, друзья мои. Я очень рад. Я думал, что не получится, не хватит нам запала, не хватит нам динозавров. Но, как видишь, удачка-то на нашей стороне. Единственное, что вот на рулетке никогда удача мне почему-то не поворачивается. Оу, аммонит выпал. Не самая, конечно, лучшая награда, но все-таки, ребята, лучше, чем какая-нибудь там еда или еще что-нибудь. Или обычный динозаврик. Аммонит. Так, о, на отправили. Здесь забираем. Подожди-ка, что у нас тут? Ага. Набор хищник. О, ну спасибо. И тиранозаврика дали. Хорошая награда на самом деле. Хорошая.
Вроде бы тут все. Так, ну что, ежедневные задания. Так, опять не туда захожу, постоянно путаю, ребят. Так, потратить еду, открыть набор, сделку. Давай сделку попробуем завершить. Очки доверия на Дилофозавра — это бред полный менять. Но вот это можно. Я устрашением, ребят, не пользуюсь, поэтому как бы не жалко. Давай, меняй. Инстинкт убийцы. Это я не хочу менять. Доллары на очки доверия — полный бред, не будем менять. Так, здесь аэротитан, кстати, нужен мне на прокачку. Вот что я хочу сказать. Галимим, Гац, Иритатор. Ну, дозухов-то сколько у меня тут уже накопилось. И пастозухов. И афиакадонов тоже немало. Давай на баксы поменяем. 4 штуки. 40 долларов. Все. Замечательно. Так, открыть 3 набора карточек, использовать ускорение и собрать моды. Так, ну что, давай, Чарли. Что-нибудь нормальное путевое выкини мне. Пак, конечно, бы желательно. Но нет, выпадает нам берсерк. Вторая попытка. Смотрим, что тут нам достанется. Слабость. И последний разок. Это уже на редких модах. Путы. Путы, да? Ладно. Сгодится. Открыть набор карточек. Так, ускорение. Ну, ускорение мы делаем по старой схеме. Ставим сюда выводиться кого-нибудь. И вот таким вот образом ускоряем. Единственное, что успеть бы мне до конца. До конца отката событий. Потому что оно скоро, ребят, закончится. Мне нужно еще... Где-то там, так, Аллозавр. Блин, что так 40 долларов? Дофига ты стоишь, парень. Слишком дорогое удовольствие этого Аллозавра выводить. А Иритатор сколько? 44, блин. Да ёк, макарёк, блин. Поставил посмотреть, а теперь приходится его выводить. Хочет этого или нет. Игра, как всегда, радует меня своими вылетами. Так, что там еще нам нужно? А, кормежка, конечно же. Ну, кого тут можно покормить? Наверное, животных есть кто-нибудь. И прокачивать желательно. Олень у нас полностью прокачан. Черт узнает, давай. Вот, все, хотя бы так сделали. На олене выехали. Так, завершите ежедневки. Откройте набор карточек. Подожди, используйте ускорение. Вы че? Используйте ускорение, блин. То, что меня сбросило, еще и откатило назад, прикинь. Зашибись, они делают. Зато 4 бакса сэкономил, да? Так, здесь забрали. И остается нам что тут? 3 ПВП. Канезойку. Три ПВП и канезойку. И набор карточек. Так, а вот этот вот будет открываться, который у нас тут за рекламу или нет? Не хочет, друзья мои. Вообще ни в какую. Я уже пытался сотню раз. И не получается. И горят. Горят у меня ежедневные задания. Вот что я могу сказать. Кстати, секундочку. У нас же на острове Сорна. Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватило. Совсем капельку. И мы бы получили 60 уровень.
Получили бы. Да бы мешает, да? Так, ну что у нас там на событиях? Без ограничений. Возвращение на остров. Мегалодон, Бакулит и Протостега. Ну что же, давай я попробую здесь подраться. Я возьму Ромалиозавра против Бакулита. Наверное, возьму... Тилозавр должен, в принципе, справиться. И против Протостеги взять нам нужно Артакантуса. В принципе, у нас по всем карточкам идет классовое преимущество. Думаю, забомбим. Так, Мегалодон получил по щам. Он, естественно, сейчас побежит меняться. И берет он Бакулит. Ну что, еще раз по шиям ему отведаем. Кого он возьмет? Протостегу? И две атаки. А, нет, одну. Тилозавр. Раз, два. Иди на дно. А, нет, какой там на дно-то? У него же 1500 хп. Меняется, понятное дело. Ушатывают. Раз, два. Раз, раз. Протостега выползает. Ого. О, это он все там слил, получается, да? Раз, два, три и раз. Так, ну что, Бакулит, по идее, должен... Неужели все сейчас сольет? Фу, нам повезло, друзья мои. Тютелька в тютельку он в блок мне вписал. До свидания. Прикинь, как нам повезло. Просто он... Три блока я взял, и он мне три в блок врезает. Если бы хотя бы он 4 сделал бы атаки, все. Пиши, пропало. Ну что, давай смотреть. Мозазавр один? Пш. Серьезно? Ну давай. Неужели ты так настолько крутой, мозазавр? Да ну, детский лепет какой-то. Давай, Генодус. Ну, выглядит он круто, мозазавр. Так, вообще отлично. Что, пропишем? До свидания. А, нет, 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 вру, ребят. Не до свидания еще. Да не сможет он меня пробить. Вот теперь пока. Вот и весь мозазавр. Обожаю такие события легкие. Просто на одном дыхании прошли. И заодно, кстати, карточки мы с тобой. Набор карточек нам нужно было сделать. Вот тебе и набор карточек. ДНК, ДНК, доллары и ДНК. Отлично. ДНК у нас нормально так прибыло. Ну что, теперь делаем канозойку. Я имею в виду именно по ПВП поединкам. Раз, два, три. Поехали. Сделаем канозойку и... Еще две ПВПшки. Ну там любые, в принципе. Нам главное во времени уложиться. Индикуцер. Индикуцер это, конечно, фигово. Ох. Иди сюда. А сейчас будет своего этого брать, да? Тут 12 и 11 уровня. Тут, понятное дело, побежит меняться. Понятно, тут. Чего не говори. Атаковать не хочет. А я вот так сделаю. Интересно, будет он меняться или нет? Но ему невыгодно в данный момент вообще какие-то обмены тут делать. Лучше атаковать. Я вот так вот сделаю.
Ну что ты там елозишь-то? Елозит он мне. Я ему уртинотериума отдаю, как говорится, на пушечное мясо. Вот. Теперь погнали. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Раз, два. Блин, неужели он все на этого Депротодона скинул? Ну, глянем. Он не стал бомбить. Он бомбить не стал, друзья. Раз, два, три, четыре. Вот так сделаю. Тебе, парень, не надо меняться, если ты не в курсе. Ну, конечно, тут ушатает, понятное дело, ребят. Раз, два, раз, два, раз. Вот это я обделался, а. Это я обделался сейчас. Неужели вольнет, а? Нет. Благо не получилось у него. Раз, два, три. Раз, два. Так вот сделаем. Депротодон, у него всего лишь 330 хп осталось. Тут его главное подловить. Прикинь, если я сейчас вот решу слить. Все. Он сам себе подписал смертный приговор. Теперь я могу смело сливать и знаю, что я его пробью здесь. Да, круто. Молодец, Саблезубик. Ну все, 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 все. Уже все тобой налюбовались, уже давным-давно. Пробил он. Приз любителя. Мясо. Хочется мясо кусочек, да? А второй нам не дали шанс посмотреть рекламу. Что-то, ребят, тут отключились рекламы. Сами по себе. Ну что, нам нужно сыграть в PvP арены буквально две штуки. Получить. Стегоцефал выпал. Две ПВП битвы. Ну, слушай, мы можем ПВПшки, кстати, сыграть вот, на дрожь земли. Чтобы просто так в холостую не дрынкать. Пойдем с тобой, да и сыграем здесь в турнире. Давай, наверное, так. И вот так. По времени надо смотреть, что у нас там получится. У меня на часах половина четвертого. В 4 часа откат, насколько я помню, там, да, идет. То есть, если мы успеваем сейчас два поединка с тобой отыграть, все, мы получаем ежедневки. Доминик против нас. Доминик. Ну что, сразу в атаку, что тут думать-то? Сразу ушатываем. Гуанлунь отдыхает. Дальше идет Стегоцефал. В принципе, тоже не конкурент. Лещей получит знатных. Ну давай, не жмись, парень. Не жмись, стоит там. Тебе же все равно ничего не поможет уже. Не, он, конечно, может взять два блока, если я буду атаковать. Но он вот так вот решил. Ладно, фиг с тобой. Получай тогда по полной программе. Так, это Гац или Аланка? Это, по-моему, Аланка все-таки. Да и Аланка нам тоже здесь не в указ.
Чего ж тут говорить. До свидос, кальвадос. Все на высшем уровне сделано было. Молодец. Их тестега не подводит меня уже в который раз. Отлично справляется со своей поставленной задачей. Ну и нам нужно еще один поединок срочно замутить. Так, мы в добычках уже. Колесо удачи, добыча. Так, давай-ка крутанем. А вот что смачное выпадет. Ну, это, конечно, мои мечты о смачном. Потому что он никогда ничего путевого не дает. И еще один поединок. Давай по-быренькому с Шеминтом, так сказать, пробежимся. Возьму, наверное, Аэротитана, Хуйнозавра и... Саркозуха. Я не знаю, какие там противники нам сейчас достанутся. Но я думаю, не особо сильные. Я мечтаю о том, чтобы не особо сильные были. Отлично. Велоцираптор, Афиакадон и Коллаборинг. Замечательно. С ними я расправлюсь. Меняем на Саркозуха. Велоцираптор сразу присел. Сразу же присел. Видно, что дрейфит. Скорее всего, замена будет. Да ладно! Но он потратил только один ход. То есть защиту взял, да? Взял. Молодец. Защитку он все-таки успел урвать. Ладно. Он понимает, что... Да он по старой схеме. Я думал, что до него доперло, что так не стоит делать. Но, видимо, не доперло. Тогда до свидос. Афиакадон. 36 к атаке. Такой же ватник, как и велоцираптор. По крайней мере, для нас сейчас. Коллаборинга он почему-то не берет. Не знаю, с чем это связано. Раз, два. Раз, два, три. Упс. Это моя ошибка, ребят. Не думал я, что он возьмет две защитки. Почему он не берет коллаборника? Он же знает прекрасно, что здесь заведомо уже он проиграет. Как ни крути. Раз, два, три, четыре. На всякий случай возьмем четыре атаки. Чтобы уже наверняка, как говорится, его отдуплить. Ну, а вот и коллаборник. Тут ему сколько нужно, получается, сделать? Две атаки, и это будет достаточно. Да, забомбит. И ведь не побоялся. Откуда он знает, что у меня было взято на бонусы? Может быть, я в защиту поставил. Ну, все на этом. Ты бич. Разбомбили мы этого коллаборинга. Ну что же, победа за нами, ребят. Забираем сейчас ежедневный пак. А, вначале мы рулетку крутанем, да? Ну да, рулетку крутанем. Опа, уже выжившие у нас 25% лучших. Крутим. Из всех, вот три пака тут идет, мне выпадают именно деньги. И забираю я наши ежедневки. Я как раз успел. Вовремя, так сказать. Еда, деньги, доллары, карусель верхом на динозавре. Пятьсот уже. Что такое? Поздравляем, вы выполнили все ежедневки. Окей. Все ежедневки мы выполнили. Так, получаем еды 112 тысяч. И здесь тоже я забираю награды. Что там опять светится-то?
Получается, что все ежедневки я выполнил по событиям, друзья мои. Через 19 минут будет полный откат. Я даже не буду сюда суваться, я не успею в любом случае пройти. Единственное, что я могу еще побомбить, это в дрожь земли. Потому что тут есть еще кем поиграть. Поэтому давай продолжим. Лабиринтозавр, Ютиранус и Скафагнат. Блин, Скафагнат вообще-то, честно говоря, вообще не в тему здесь со своими 148 атаками. Нафиг я его взял? Хотя против этих хлыщей все будет окей. Тут сразу вырубаем Рамфоринха, сразу же. Просто на вылет. Прианозух, в принципе, друзья, ну, с двух тычек он вылетит. Проверим. Но если он думает, что это ему помогло как-то, никак не поможет. Ну, что ты там? Прианозух, сдайся на милость Рэю. Посмотри, а. Ну и что дальше? Атаковать решил. Ну хорошо. Хорошо. Раз. Раз, два, три. Давай свой носу-то цератопс. Выполз. Надо же. Ничего не стал делать. Ну, тут понятно, он нас пробьет сейчас. Он две атаки потратит. Три даже. Это что, наверняка, да? Ну, а здесь-то как тебе, а, парнишка? Такое счастье ты видел для себя? Правильно, Ютиранус. В порошок его стираем. Классно. Так, а теперь мы перейдем на следующий ранг или же не перейдем? Ну, пока нет, не перешли. Оп, кусочек мяса. Двигаемся тогда далее. Афиакамим, Зухамим и Скафагнат. Ну, давай, соперничек, ищись быстрее. Дилофазавр, Тиран, Титан и Лимнорин. Вот Лимноринг только единственное, что меня может напрячь. Да и то я бы не сказал, что очень прям сильно. Посмотрим. Аллозавр у него 38 уровня, да? Не есть хорошо, конечно. Это не есть хорошо. Жмется, боится, ну и правильно делает. А все-таки ничего не стал делать, да? Раз, два, три, четыре. Раз. Готов, Петручо. Это не Аллозавр, это Тирано-Титан. Что-то я его попутал с Аллозавром-то. И тут тоже ничего не стал делать. Интересно, девки пляшут. До свидания. И Лимноринг выползает. 82 к атаке.
Детский лепет. Детский лепет. Ну и что ты сделаешь? Лемнуринг, вот что ты можешь мне сделать? Неужели бомбанет? Рискнул, да? Ну ладно. Тогда прощай, Афиакамим передает тебе огромный привет. На. Такой еще как пьяный стоит. Я вообще не знаю, упал. Правильно, хвостом. Ты прикинь, такая дурь, сколько там тонн они весят. И хвост удар, это ё-моё. По его мелкой голове. Так, а вот мы уже и на охотниках. Как тебе такая перспективка? Вылетит сейчас. Достается еда, 8900. Так, тут забираем. Кстати, у нас $314. Я, пожалуй-ка, сделаю кое-что. Оп. Потому что если мы с тобой прокачаем, ну, сделаем вот эту вот полянку, у нас будет 60 уровень. Максимальный в данный момент в этой игре 64. Так, ну что, продолжаем, да, наши битвы. Идем в события. А главный приз, кто здесь у нас? Индоминус, что ли? Эрликозавр. Антаркопельта. И Скафагнат, опять же. Блин, зачем я взял двух травоядных? Ё-моё, ну, я что-то подумал. Его физиономия похожа на одного из хищников. Я что-то не посмотрел, что это травоядник у нас. Ё-моё. Да. Блин, трындец. Просто трындец. Как я буду с этим драться? С алозавром. Ой, с... Какой алозавр? Алонгозавр. Меняется сразу же. Берет Тернандона. Вот так вот ты, значит, да? Алозавра сейчас. Алонгозавра возьмет. Блин, ну алонгозавр 35 уровня. Естественно, ребята, он мне тут всех покрошит. Просто всех. Ай. Скафагнатом, что ли, тут только драться придется. Черт его знает. Ну что, Скафагнат, твоя очередь выходить здесь. Иначе нам никак его не победить. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Так вот будем делать. Проверим. Полетели на. Их тестега, да? Сколько ему надо будет потратить? Три. Три потратит, три оставит. Их тесте, к сожалению, здесь. Хотя
Если он сейчас раскрылся. Да, ребята, это просто какая-то удача. Это просто удача была. Неожиданно для меня, если честно. Совсем неожиданно. Ну что, давай крутить. Крутить рулетку. Твою налево, блин. А, так, там Индоминус Рекс мод 2. А не простой какой-то там Индоминус. Индоминус, вот так вот, правильно, как вы. Не говорите Индоминус, говорите Индоминус. Э? Как тебе такая команда? Сейчас нас порвут. Как тузик грелку эту команду. Так. Вот, вот он. Артокомпель. Вот на этого похож. Он у меня тоже есть, по-моему. По-моему. Диплотатор — это хорошо. Против как раз сиганотозавра этого. Ну что, он будет меняться, наверное, да? Метриоринг. Все-таки поменялся. Все-таки нервишки не выдержали, да? А твой вот этот игуанодон нам ничего не сделает. Мы просто сейчас разберем всю команду одним пеликанептериксом, мне кажется. Вот гаденыш, а? Вот пускай познает мощь вот этого парня. Кого ты выставил? Ё-моё, я же... Я хотел вообще-то вызвать тиранозавра, блин. Трындец. Вызвал, называется. Как ты долго там соображаешь, а? Созрел. Так, а что тут париться тут? Раз, два, три. И вот так. До свидос. Все, и этот парень опять сюда к нам выползает. Ну да, 5 очков действий. На 80. Все. Короче, кромсаем. До свидания. Долго челка юлил, юлил, ползал там. И в итоге проиграл. Вот и все. Двигаемся тогда далее. Пока, как говорится, есть порох у нас. В пороховницах. Будем продолжать наши баталии. Да, опять та же самая песня. Три пака выдают мне деньги посреди них. Афиокамим. Карнораптор. Тропиогоптер. Блин, как же мне хочется, чтобы у меня вот эти вот карнорапторы, тропиогоптеры и всякие афиокамимы были 40-х уровней, а не 20-х там или 30-х. Какой назавр. А 40-х. Так, пеликактиль. Че, мегалозавр? Эрликозавр. Ну, травоядничка нам нужно будет оставлять против пеликактиля этого. Меняется. Мегалозавр. Такой довольный еще. Думает, что ему все можно, что ли? Я не пойму. Как тебе вот эта вот новость, паренек? Тыдыч, сразу половину хп отняли. О, что такое? Как так-то? О, как так? Задергался, заюлил. Сразу побежал плакаться. И твой пеликактиль тоже сейчас получит.
Иди гуляй. Пеликактиль, блин. Давай вернемся к нашему разговору. Мы еще не завершили с тобой баталию. Наш карнораптор такой малыш, да? И такой мегалозавр. Получает он людей. Не-не-не-не-не. Не-не-не-не, не пробьешь. Раз-два, раз. Так вот сделаем. Ну что, орликозавр, иди сюда. Иди сюда. 78 у тебя атаки. 4 очка действий. Ну, если постараешься, завалишь. Но он этого делать не стал. И, соответственно, подписался, да, под приговор. Замечательно. Мал динозаврик да удал, как говорили у нас раньше, да? Мал золотник да дорог. Смотрим. Да ёк-макрёк, я думал, что мы уже перейдем в следующую, но не тут-то было. Что-то нас задерживают. 5 нам дают финансы. Ну, давай смотреть. Уинозавр. Опять же, карнораптор. И... Эдиоморфодон. Да, друзья, заканчиваются у нас динозаврики, к сожалению. Я уже вижу, тут остаются одни травоядники в основном. Эламбия, уэрхозавр. Кстати, Эламбия будет по атаке сильнее, чем уэрхозавр. Но по хп слабее. Как это у нас там? Это хищник. Это Дилофозавр Му-2. Ух. Неужели он возьмет микропозавра сейчас вот прям? Вряд ли. Слушай, отчаянный парень, кстати, да? Я тоже звездану разочек. Да, но тут он меня вырубит. Он что, он все сольет? Вырубит? А мы вырубим его. Раз-два. Раз. Интересно, он будет брать велоцираптора этого, нет? Ага, все-таки берет. Все-таки взял. Ну, пройдоха, а. Ну что, мне придется отыгрываться тогда именно. Ой-ой-ой-ой, что я сделал, ребята? Я вот сейчас упал, я не это хотел сделать. Я... Ладно, так даже лучше получилось. Так даже я хотел на бонусы взять, потом Эдиоморфодоном бомбить. Че меня бес попутал? Давай трать одну свою атаку. Рискнем. Отлично, пробиваем. Вот и сказочки конец, как говорится. Кто слушал, молодец. Эдиоморфодон запинал его, этого микропозавра. Переходим мы. Хищники. Супер рулетка хищников. И последняя схватка у нас на сегодня. Эламбия, эвархозавр и, блин, одни травоядники остались. И алангозавр. Ну это какой... Это, конечно, бред, мне кажется. Тут сейчас запинают нас. На хищников многого и лиги. С таким барахлом вряд ли ты пройдешь куда-нибудь. Ты прикинь? У него все травоядники. Абсолютно. То есть здесь раздолье для моего алангозавра. Вот что я тебе могу сказать.
Ну что ты там, Денехейр, таки атаковал, да? Ну ладно. Посмотрим. Три очка действий у него. Как вот он их потратит? Все сливает. В принципе, флаг тебе в руки и барабан на шею. Ну что, давай теперь мы бомбить будем потихонечку. Вырубаем этого Денехейра. Тыдыч. Дракоцератопс. Вот это да, вот этот противничек будет посерьезнее. 812 к атаке. Да. Блин, как сделать-то тогда? Если я возьму лонгозавра. Раз, два. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Давай так сделаем. Дракоцератопс отдупляется. Пахиринозавр. 6 очков действий. Ребята, по-моему, сейчас алонгозавра-то моего с поля боя удалят. И вряд ли уэрхозавр сможет его пробить. Да? Конечно, ребят, но не получится. Уже некуда отступать. Не пробью, не хватит у нас мощей. Оу, да ладно. Твою налево, да как так-то? Ё-моё, вот это для меня неожиданность была. Я не смотрел там общий счетчик атаки. Ну, у себя бы я прикинул, мы не должны были его забомбить. А тут, видишь, все получилось, он не взял защиты. Круто. Ну что, друзья, на этом, пожалуй, сегодня я буду закругляться. Чё там? Почти закончился. Перейти на проход. Какой проход-то? Это проход у них там, блин, перейти. Будем на этом закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!